Друзья, всем привет! Вы на канале It's Game Time. С вами я, Макс Фокс. У нас с вами традиционная ежедневная катка. Ну, несколько каток мы сыграем. Значит, в той серии прокачали AMX 50-100. То есть вышли на AMX 50-120, купили. Машины не прокачанные абсолютно. Командира посадили вот немца, Марк Вульф. Значит, у него 7, у нас... ну, как таланта, как назвать-то. Так. Значит, оборудование поставил, у него снаряжение, камуфляж. Вот. Ну, и, соответственно... Продолжаем проходить ежедневные задачи, сезонные этапы. По сезонам у нас, по сезонным этапам, значит, 80-й завершили, 81-й у нас. Ну и в принципе все. Так, на 90-м будут две карты. Карта красная, синяя. Так, ну и, наверное, откроем. У меня будет тогда 5 их, что ли, будет... 5, да, карт доступа. По, значит, статистике побед поражений 50 у меня. Значит, много я читал про рандом, смотрел. Так, ладно, давайте в катке все это расскажу и поговорим об этом, и будем пробовать танк в разных его стратегические какие-то там позиции, точки, как он вообще себя ведет. Ну, соответственно, пушка тут сейчас никакая стоит, танковать он тоже им вряд ли, потому что, ну, надо качать. Ну, во-первых, ну, будем пробовать. Так, рыбацкая бухта, ну, поедем по левому флангу. Так вот, много я читал про статистику и смотрел, что консольных танков, ну, мало информации, а что касаемо ПК, много людей говорят то, что Wargaming подкручивает. То есть, если ты донатишь, если ты много вливаешь бабла, соответственно, тебе дают повышать... Рандом помогает тебе. То есть ты попадаешь в команды такие, где больше процентов выигрыша, то есть победа. И что получается? Мне, конечно, не хочется в это верить, не хочется, но пишут, говорят, в Ютубе полно видео, если кому интересно, полистайте, посмотрите, это несложно, как раз, ну, статистика, о статистике, допустим, World of Tanks, рандом, вещь очень такая, ну, там вот у человек пишет, значит, у него несколько аккаунтов. И он рассказывает о том, что примеры донатных аккаунтов и примеры аккаунтов, где не было вливаний. Так, что у меня? Так, вот, понятно, пушка у меня. Ага, пушка тут. Так, мы не наклоним, да? Дружок, он нахера тут сделал. Кран-вагон. Они жмут. Поэтому что я хочу сказать, очень жалко, если Wargaming занимается такой херней. О, пушка, как все медленно.
Понятно, как они прошли круто. То есть и получается, я вот тоже, я по своему, как бы, вот этому даже аккаунту, я смотрю, 1000 там с копейками боев у меня сыграно, и все, и он не пускает. То есть, если сначала 65%, ага, казалось бы, ну, блин, хочется статистика, чтобы была, ну, как бы, блин, новый аккаунт вообще, то есть, грубо говоря, новые танки для меня, вот консольные танки, то есть это все в новиночку, все это в 60 FPS, красота такая, Xbox Series X, все, все круто. Хочется как бы и аккаунт развивать, и все. Соответственно, чтобы держать статистику, но что получается? Рандом поставлен таким образом, что тебя выкидывают в такие команды, то есть сложно сказать. Такое ощущение, как будто боты. И получается, когда как бы ты не играл, как бы ты не старался какую бы стратегическую там тактику, нихера проигрываешь. Ты пока выдерживаешь это время, грубо говоря, команда уже все, смотришь, только глаза поднял, а фиг там, уже всех расстреляли, ты, грубо говоря. Что пишут еще люди? Надо выживать, стараться выживать до конца катки. Почему? Потому что в конце катки, если матч победный, ты, соответственно, у тебя, значит, начинают снаряды, а ты начинаешь больше попадать, ты начинаешь больше пробивать в конце катки. То есть, когда, в принципе, уже понятно, результат понятен. Если у тебя проигрышный матч, ты все тоже начинаешь, потому что тоже уже результат ясен. Ты начинаешь больше, ты проиграешь, но ты начинаешь и попадать, и пробивать. Тем самым ты просто себе набиваешь опыт. Вот что пишут люди. Я не знаю, как это работает, но похоже на то. Потому что как ты не старался, а соответственно дальше, чем больше ты, у тебя сыграно боев, тем, ну будем так говорить, результаты побед к проигрышу, как яснее сказать-то, ну то есть количество победных боев, количество проигрышных, то, допустим, тебе нужно, там уже в десятых долях, вот я сейчас могу открыть показатели, и там будет по победам и по проигрышам, сейчас мы вот это вот, каточку. Я, конечно, понимаю, многие скажут, да что ты городишь какую-то эту, ну, ерунда все. Да, мне тоже хочется верить в то, что это ерунда, но когда ты, грубо говоря, вот факты какие-то сопоставляешь, так, пробей броню машин, выполнили мы ежедневную задачу. Так. А что, у меня личного резерва нету, что? Да, личный резерв 1800, ну вот хотя бы 32 тысячи накатать. Так, особый опыт. Чтобы... Ну вот. Что, у нас тут, в принципе, и 7-й по таблице. Вот давайте, ребят, сейчас мы посмотрим. Так... показателя сейчас. Что мы видим? Так, выживание, значит, вот победный рейтинг, то есть выживание 31,4%. Вот смотрим. Боев 1040. Побед 522, проигрышей 516. То есть, соответственно, сколько мне надо вот выиграть, грубо говоря, матчей, то есть сколько мне нужно побед, чтобы стал 51%. И поражений значительно нужно меньше. То есть, соответственно, побед к поражению у тебя
количество боев абсолютно разное. Грубо говоря, тебе надо тут, я херую знать, ну, допустим, предположим, на такое количество сейчас всего сыгранных боев может быть 10 выигрышных и всего 2 проигрыша. И ты, то есть, даже не прибавишь. И ты даже не прибавишь. То есть, чтобы мне сейчас 51%, сколько вот мне надо выиграть? Боев 15, наверное, нет, ну 10, ну может быть даже, ну хер его знает, сложно сказать, этот калькулятор нужен. Ну то есть я к чему? Сложно процентовку держать. Это мало того, так сложно, а если тебя еще и просто не пускают, тебя в рандом вот выкидывают в этот, ну то вообще это, короче, дичь. Не знаю, ясно я, не ясно, но как бы выразился. Но много пишут то, что... Так, ладно, поехали, следующее. Много пишут о том, что стримеры все... Но я, мне кажется, понимаю, почему стримеры донатят. Донатят. И поэтому статистика там другая. Хотя, не знаю... Мне вот очень интересно, ребят, кто, может быть, смотрит, кто... Переубедите меня. Ну, то есть, скажите, что это не так, и мне это будет, честно говоря, я буду этому рад, потому что, ну, загубить игру так вот. То есть, пожалуйста, а где спортивный интерес-то вообще тогда получается весь? Если, грубо говоря, все у нас... Ну, у нас как все как всегда. Хочешь аккаунт хороший? Поближе тогда не кидай, и будет тебе счастье. Это очень... Кто-то, может быть, посмотрит, кто играет на консоли. Ну, ваше мнение, скажите, что... Ну, как вы думаете? Может быть, тоже какая-то информация есть о том, что... Как это происходит, вот эта вот статистика. Ну, я честно сказать, я не знаю, как вы выдержите статистику 75%, допустим. 75% побед. Но это что? Это что надо сделать? Будем так говорить. Это начинать сразу, без проигрышей. Это сколько? Сыграть. Вот тут же получается от количества каток, опять же. Сколько ты накатаешь, у тебя потом вот этот вот разбег. Тебе, чем больше ты сразу, у тебя будет количество побед, тем дальше будет проще. Ну а сколько вот их надо? Как вот сыграть? Потому что, блядь, ну, люди пишут. Вот создал аккаунт, еще один, то все. И, значит, катаешь новый, наверное. А результат статистики в итоге тот же самый. Кто-то вообще на это внимание не обращает. Ну, как бы, это же, опять же, ну, все-таки, как-никак, спортивный интерес, если ты... Так, у нас оттуда можно огрести, да?
штаны. Пипец мне. Так, давай потихонечку, 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 потихонечку. Вот так. Рата так сделал, сука. Это спешка моя. Это моя спешка. Приехал, мелкий приехал. В машине. Так, мне тебе в ухо надо. Поцеливать тебя в ухо, блядь. Ну, слушайте, ничего так вот привыкаешь, конечно, пока что он по урону. Ну, не знаю, может, голдой на нем сейчас и будет. Нормально. Ну, в любом случае, его качать до конца, потому что нам АМХ-50Б. Десяточка средняя нужна. Соответственно. Так, ну это все в машин стоит. Ну да, блин. Ха, стоит. Нет, отсюда ты его как достанешь. Ага, все готов. Приехал. Бой дня. Сегодня, значит, у меня 50-й день был. Забрал я из 6-го. И остается у меня 18 дней. А надо 20, чтобы 70-й был М60 американец, десяточка. У меня нихера, где-то я отлынивал, двух дней не хватает. Жалко. Ну чё, ребят. Шотный, лучше даже не вылазить, тем более шестое чувство, лампочка светится. Вот, вот тут вот можно. Хлопни его на. Поджали, ребятки. Угу, там он светляк пропер. Тут шотный. Давай, давай, сваливай. Эх! Давай, 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 давай. Кружи его, кружи. Да, ему кто-нибудь помог бы. Ага, все. Готов. Ну да. Чем искать вот на базу, блин. Не нашел. Лоханулся я там с мелким, блин. Поспешил.
Ведь этого дурака хер пробьешь. Ну вот, в жопу ты ему. Отрабатывает потихоньку, кстати. Ну ты что, не стреляешь-то? Неужели так долго? Перезаряжается. Долго, да. Нихера. А, он тоже барабанный, что ли? Поскольку у него. Так, 21 тысяча. По таблице 7. Опять 7. Так, и вот сейчас посмотрим по показателям. Вот изменения. Один победный бой у нас был. И вот смотрите, что получается. Один победный, вернее, два победных. И в процентах изменилось. Так, было 50-22, да? 50, нет, ну да. 16 сотых. С двух победных. Значит, ну вот 10. 10 это будет 1%. 10. А если ты проиграешь, вот если сейчас будет. Так, 524, значит, запомнили. Если сейчас вдруг. Ну, конечно, не хочется этого делать, но. Так, поехали дальше. Если проигрыш, то процентовка упадет сразу. Степи. Ну давай вот тут вот сейчас железная дорога, наверное, за железной дорогой проедем. Там посмотрим, как будет команда. Там, может быть, и выползем. Так, сейчас мы переключим на голду, посмотрим, что у нас по голде. Самый, как и на том, пока не разгонишь. Короче, надо прокачивать, чтобы было 28,8 секунд. Перезарядка. А AMX 50 100 48 секунд. То есть, ну посмотрим, тут может быть тоже с улучшением-то, то есть моща-то прибавится. Так. Ага, понятно. Так, ну что у нас тут? Одна, одна. Все, полетели. Да и хер с вами. Санжамуха Е75. О, нихера себе, мы. Все, не прокатывает. Привет. Объект 140, десяточка. Советская десяточка. Т-59-2. Это с сезона. Уже на сезонных танках много народ ездит. Ах ты, блин, да. Тут меня что-то везде они. Ага, что-то выстрелил. Давай теперь я. Сука. Не
пробил меня. У парта. Ну да, ну да, ну да. Не знаю, чем я помог команде, не помог. Но они вот тут вот кучкой поперли. Поэтому тут сложно что-то противостоять как-то. Они молодцы, вот они, блядь. Противником, блин, а, ну это наш светляк туда залетел. Три тяжа. Т-77, блядь, я не знаю его вообще. Его затяж-то можно считать? Он, блядь, картонный нахер, мне кажется. Он пробивается всем, что... Я не знаю, блин. Пожалуйста, я просто вот, вот, ребят, все видите своими глазами. Будем так говорить, вот просто личные размышления мои. Вот если бы я не поехал туда, ну там в любом случае позицию надо было хотя бы их подсветить. Вот он с жопой потасал, лихо, давай, похуй, сейчас тебе тут... А, он и не пробивает его. Как тут, не знаю. Дальше поехал, вот сейчас посмотрим. Ну, подсветил я там что-то, блин, подержал их. Ну, сколько? Ну, конечно, вот не видел я, что борта туда работала наша. Но они, да, они там стояли как... Получается, вот... Вот тут за пригорком у нас и арта боль не могла, наверное, отработать. Ну там и на открытой местности были машины противника, поэтому ну, тут вообще жесть. 225, блядь, 10. Вот сейчас посмотрим, проигрыш, да? Показатели. И чё ты не грузишься? Так, чё-то не поменялись показатели. Погоди, чё-то ничего не поменялось. Так, вышел 31,4, 524, 516. А что-то они с задержкой, что ли? Ну ладно, 50-38. 50-38, в принципе. Так, хайвей. Тоже неплохая карта. Так, с какой? С этой стороны я? С этой стороны. Значит,
B2, A2, A1, B1, вот, то есть вот этот весь угол, это получается у нас низина. Тут бахча, тут вот вверх, и тут мы уходим вниз. Они тут все наверху, наверху. То есть такая вот позиция. Вот тут в низине, если так у нас, что у нас по 2, да, 2 светляка легких танков. Вот тут вот, если кататься, тут вот, они не простреливают, но светляки хорошо светят. И тогда, вот он туда поехал, я думаю, все. И тогда будет правильно, будет правильная карточка. Это опять, это мое личное мнение, я никому ничего не навязываю, я просто по карте, я так вижу игру на этой карте, и я так вижу тактику. Вот он, Т-77, он как бумажный, реально. Я в тебя не попаду никак. Вот так вот. Так лучше. Уничтожил. Вот им светлякам. Надо спускаться, блин. Остановился, да ты чё? Это кто? Остановился. А он на катке что стоит? Это хереть. Дорогой. Вот он зря туда поднялся наверх. Радиус обзора маленький у меня. Еще рацию я не купил, поэтому все это опять Т-77. Пушка не. Ах ты, мне зараза, не поднимается. Оп, пропал. Обзор, да, маленький, и усложняет это. Вот если они вот здесь вот светляк катается, вот тут он, вот здесь вот прям по бровке, его оттуда никто не простреливает, оттуда, потому что он в низине, но он всех светит здесь абсолютно. Горку не идет вообще. 13, 14, 15. Тут вот. Хера, вот, но катка-то уже, казалось бы,
вроде загрел их на себя. Так, 316, да? Блять, ну если сейчас... Перезаряжаюсь, ребятки, перезаряжаюсь. Блять, 5 в 6. Ну что такое? Что такое, блядь? Нихера не туда вылететь. 4. Ну вот и как? Ну вот как играть? Я не знаю. А что тут сделаешь? Сука, да что за тварь, блядь? Я не пойму нахер. Кто меня, блядь? Конечно, они, блядь, зашибись. Картошка с мяслом. И без мясла зашибись. Так, чё, ты 34 меня. Ну, блин, 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 блин. Ну, этот вообще в другой, писал, в другой стороне. Понятно, они его не видят. Тяжек меня так этот и ждет. Странно, почему по мне не отрабатывает арта. Ага, что-то САУ забрали. Все. Снимай штаны и пой разлука. Вот и хер там, прям. Так, еще проигрыш. Личный резерв трачу, блять, ну на проигрышные бои. Вот и как быть, я хер его знает, как вот быть, блять. Ой. Очень-очень все это печально, блядь, что вот так вот. Ты вроде бы... Есть у меня там серии, где я... Ну, то есть агрессивная игра в игре 63-й день. Вот, 50-29, да, 50-29. Ну вот, я говорю, он тогда затупил, потому что было... 516 нам показывал, то есть бой назад. Сейчас 518. Вот он только надумал. 50-38 был процентов побед. Стало 50-29. То есть 2 к 2. 2 выигрыша, 2 проигрыша. Вот мы так и... Ладно. Так мы и летим. Так мы статистику и сливаем. Вот они нахера туда повыползали. Вот зачем? Я, ну, блядь. Прохоровка. Сразу на голду. Так, у нас тут что по светлякам? Три штуки. Три штуки. Так, и вот они совзводные. Два светляка совзводные. Ну вот, если сейчас все. У них тоже три. Катка без арты. Ого, я в топе.
Я в топе. Так, гранатяж. Да, 77-й объект. Передо мной. Объект 777. Вот вариант 2. Он, значит, ну, в том сезоне был. Этот танк. А ледяная сталь. Тоже у всех есть. Ну, соответственно, кто закрыл сезон. Да, сезон закрываются они. Будем так говорить. Просто заходи каждый день, выполняй ежедневные задачи, и будет тебе и сезон. Нет, ну понятно. Сука, блядь, голду на тебя тратим, блядь. Ты хер, ты там уже в низине, блядь. Ух ты! Хорошо, минус. Ребят, подскажите, пожалуйста, вы как считаете, какое оборудование лучше этому танку? Чё, потихоньку поджимаем. Это ТБ, советский танк. Не знаю, наверное, не стоит от того, потому что на каточке. Давай, блядь, сваливай отсюда, светишься. Ага, вон он тебя, ТТБ, блядь. Вниз. Вниз, вниз, вниз. Раз
раскатал. Раскатал. Ты чё мне? Сал пошел, что ли? Чучело. Вот там жизнь портит, да? Катается, блин. Мне вот оттуда где держал, блядь. От Е-75-го. Вот хер-то. Скажите, вот какое ставите оборудование и как, на ваш взгляд, 50Б? Вот так вот. Так, нанесите или помогите нанести 1000. Так. Угу. Сейчас какой у меня 81-й будет этап, что ли? Так, 26200. 12-й по таблице. Несмотря на уничтожение, не было помощи. Ежедневные задачи выполнены. По сезону 82-й. Соточку, голдишку далее. Так, нормуль. По резервам. X3. Сколько? Две штуки осталось. Дальше X5. Тоже используем их нахер, чтобы хоть как-то машина поехала. Хоть как-то. Не понял. А что у меня? АМХ-50-100, а единичка, то есть первый этот, он у меня и не продвигается. Так, ладно. А мы вот так сейчас посмотрим исследование. Не, куда ты? Зачем ты сюда лезешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Так. По модулям. Так, это у меня получается первый двигатель, да? Пушка. Дальность, там, скорость, так, прочность 1700. Да, блин. Максимальная дальность, что-то. Ладно. Промзона. Сейчас посмотрим, с какой стороны. В принципе, можно вот тут вот из-под низу чуть-чуть поковырять. Можно вот сюда к Шкоде, к заводу, блин. Нет. Сюда, наверное, не... Ладно, сейчас проедем. А3 квадрат. Да, там сейчас через по заборчику. Сейчас посмотрим.
Chrysler K. Chrysler K — это моя потеря-потерь, блин. Как я... Башни держит. Как я так лоханулся? Как я его... Почему я его сразу не купил? Протянул, блядь, и с магазина его убрали. Там 103, да, стоит. Я сейчас выключусь. Нет, так. Так, эти у нас там. Chrysler, оп. Давай, давай. О, нет, блядь. Да, их там вон сколько. Че у меня обнаружение-то? Нихера, блядь. Сучка. Давайте я свечусь, пипец, просто, блядь. Вот 50-100, то же самое, такая же ситуация. Блядь, как... Сука, блядь. Карта задолбала меня. Тут тоже, тут по-разному можно, блядь, размышлять. Ну смотрите, что происходит, блядь. Ну как? Ясен хуй, ёпта, что тут? Вот они, скопом. Чик-чик-чик, потихоньку. Потихоньку, помаленьку и разобрали. И пошли. Чуть-чуть мы их там подержали. Все понятно. Тут у нас что? Концепт не пробивает. Арта что-то глухая какая-то, блядь. Борец за родину. Белорус. Борец за родину. Рсаса. Рсаса. Что значит Рсаса 83? Ну тут уж. Просто 12-0. Просто. Заблокируйте броню 15 тысяч. Выполнено. 7. Так, ну это еще там. О, повредите по модулям. 14 очков сразу. Подняли. Сейчас посмотрим, что тут. Два, наверное, этапа. Еще. 82-й был. 84-й. Два этапа. Еще выполнено. В 84-й. И у нас не открыто две недели еще, что ли, там. То есть, ну, такой вот они. Легкий сезон. Так, перевал. Блин.
Перевал на нем даже не знаю. Они встанут сейчас, значит, С6, Б6. Квадраты по-любому. Если мне вот сюда поехать. Сюда у нас D5, да, D5. Ну, не-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 не. Все туда поперли. Ага. Ну, вот тяжики туда. Так, панцирь Е100. Босс херачит у нас с нами. Шарк. Ты, чувак, ты зачем так делаешь? Зачем? Держал. Проджета спустился. Такой он лютый. Отсветился, ага. Так, там он достается тоже, готов. Забрали. Тут у нас Тайгер Шарк. Где он у нас? Его тоже там, в принципе, должны поджать были. Мелочи избавиться уже до хера делов, а не, блин. Вот и наши поперли. В этом плане вот барабанщик, конечно, помогает. 6 зарядов сразу. Тык-тык-тык-тык. Так, опять я без огневой поддержки. Это ошибка. Давай, 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 родной. Машина снова на ходу. Машина на ходу. И все, туда вот сейчас.
мощь рванула. Не пробивают. Готов. Арта накрыла. Еще выполнен. Задача сезона еще одну взял. Так. Ну что, ребят, давайте, наверное, на второй ранг машины сейчас накатаем. 32 500. Ну, я надеюсь... Опа, вот и прем. Прилетел прем нам 86-й, да? Ну, в принципе, а что? Можно, значит, чуть-чуть. Вот не хотел я как раз его покупать. А, премиум день. 86-й вот нам прилетел. 92 карточки у нас идет. Карта доступа. Так, поехали дальше. 32. Блин, личный резерв не посмотрел, сколько у меня там. Химмельсдорф. Химмельсдорф к железной дороге. Вот сюда вот к вокзалу. То есть в направлении вокзала. Кстати. Барабан нам тоже им там простреливает так неплохо. Они, конечно, если в вокзале. Тут вот забор идет. Перед ЖД путями. Там не простреливается. Херово. Потому что, понятно, он лупит в забор. Сейчас посмотрим, как пойдет дело. Вот да, я считаю, та катка прям все было правильно. Правильно со стороны команды. У Арта понятная позиция. Уже там. Угу, поперли там вон знаки. Валют знаки. Так, едет. Машина давит. Кто приедет-то? Вылазь. Так, блядь, ребят, это не очень нахер. Тут вот тоже надо было голдишкой зарядиться, чтобы уж... Среднячок там катается. Давай, подтягивайся. Тут этот швед, я насколько понимаю. Там вот кто-то у меня нихера, блядь. Сзади
верно. Вот и херно. Сука, пока ты перезарядишься. Давай, 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 бля. Приехали они за мной. Да, 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 да. 9-8. Прорвали они фланг. И все. Так, ну, наверное, ребят, вот на вот этой катке давайте мы завершим на сегодня. Будем закругляться. Биг Дэдди, большой папа, согласен. Эквалайзер большой папа. Сын в носках. Как я так просрал я Крайслер Га за 2400 голдишки всего лишь 3.6. Ты хера вот этих Hot Wheels. Роджер, доджер. Держал. Нихера. Нет ничего. Да, 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 да. Ништяк 261 напулял, блять, 5000. Вот это я понимаю. Так, ладно, ежедневные выполнили по сезону. По сезону сейчас посмотрим. Сезонные задачи мы, значит, 2 из 7 мы, получается, тут. Так, взводные тут есть. Ага, 100 со взводом. Значит, выполним только 6. Только 6. 2 недели у нас остается. Взводных задач нет. Ну, в принципе, тут мы не знаем. Тут у нас 5 остается. 5 по 7. О, зачем 5-то? 4. 4 по 7. Ну, короче, закроются они. Тут у нас 2-6-17. 4 по 7 это 80, значит, 8 это 90. Закроются. Ну и тут. Да-да, легко. Так, ладно. Что хотел посмотреть? Хотел по показателям. Вот смотрите, ребят, что мы получаем. Значит, сыграли 5.29, сыграли мы, было 5.14, так, 520, так, 14. Ну, пополам победа. По выживаемости также осталось. По победам тоже 53. Дамаг. Ну. Так. Ладно, ребят. На сегодня закончим. Продолжим завтра. Продолжим прокачивать 50-120 AMX француза. Продолжим закрывать этапы сезона, выполнять за сезонные задачи. Будем выполнять задачи ежедневные, обычные задачи. Проходить, рассуждать, разбирать тактику,
Вот, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите по ваше мнение вообще, ваше мнение о моей игре, о моей тактике, что вы думаете, то есть мне это все интересно. Ну, конечно, и где-то и подскажете, где-то и поможете. Вот. Всем спасибо, ребят. Всем пока.